Друзья, всем привет! В Бахчисарайском парке миниатюр большое пополнение. 19 октября здесь было торжественное мероприятие, где показали новых жителей. Это пингвины, целых 7 птиц прибыло сюда на ПМЖ, нерпы байкальские и выдры. Теперь Виктор Жиленко, руководитель этого парка, рассказал, что 3 года строились вольеры с бассейнами, специальные условия созданы, потому что температура не должна превышать 15 градусов для этих обитателей. И в итоге все было готово, и животные прибыли сюда. Контракт на их поставку был заключен еще 3 года назад. Но вот все это время животные жили в разных зоопарках России, ждали, когда будет все готово в Бахчисарае. А пингвины были на передержке в Сочи. Родом они из Южной Африки. Поэтому проблем из-за санкций больших не было, потому что ЮАР входит в БРИКС. И таким образом вот удалось решить этот вопрос. Кстати, в парке Львов Тайган Олег Зубков тоже строил специальные бассейны, территорию отвел для пингвинов, но тогда вот из-за санкций не получилось их привести.